Ученый-селекционер Канат Ермекбаев из области ЖТСУ изучает геном пшеницы, которая адаптирована к центрально-азиатскому климатическому поясу. За 3 года он планирует стандартизировать 450 сортов. Это очень сложный процесс, утверждает ученый, поскольку генетический код пшеницы состоит из 16 миллиардов пар нуклеотидных оснований. В переносе на компьютерную программу это объем информации 16 гигабайтов. Канат Ермекбаев первым в Центральной Азии внедрил проект Speed Breeding, благодаря которому период роста пшеницы сокращается вдвое. Грант на проведение исследований он получил от Министерства науки и высшего образования в размере 150 миллионов тенге. Для выведения определенного сорта пшеницы и адаптации к климату в среднем потребуется от 12 до 14 лет. На это нужно много времени и финансовых затрат. При внедрении нового метода селекции вся работа сократится в 6 раз.